Здравствуйте, меня зовут Валерий Иванов, и сегодня я хочу рассказать вам о платежной системе под названием Solid Trust Pay. Очень часто я встречаю ситуации, когда партнеры выводят деньги из систем, из проектов и не могут вывести те же самые солиды. Мечутся по обменникам, отдают по 8, по 10, по 13% за обмен солидов, между тем, что можно абсолютно бесплатно открыть себе кошелек в Solid Trust Pay и выводить свое удовольствие буквально за символические деньги. Чуть позже расскажу, сколько стоит вывод на карту. Таких низких тарифов нет ни у одной платежной системы. Итак, набираем сайт solidtrustpay.com, ссылка реферальная. Кстати, здесь работает довольно интересная реферальная программа. Моя реферальная ссылочка будет внизу прямо под видео. Заходите под ней и попадаете вот на этот сайт. Дальше, для зарегистрированных пользователей кнопочка Sign In войти, и для новых пользователей кнопочка Sign Up, то есть подключиться. Нажимаем на нее и дальше заполняем все поля стандартные. Я расскажу, какой из полей что означает, и не буду утомлять вас длительным заполнением всех полей. Первое поле — ваше имя, второе поле — ваша фамилия, дальше идет ваш день рождения, день, месяц, год. И еще обязательно вводите только ваши реальные данные, поскольку речь идет о деньгах. При процессе верификации Solid Trust Pay затребует от вас копии паспорта для того, чтобы подтвердить, что это действительно вы. Если вы ведете здесь неверные данные, ваш аккаунт не будет верифицирован, соответственно, деньги будет вывести из системы тяжело, либо очень медленно будете вводить по маленьким капликам. Если аккаунт будет верифицирован полностью, то вы можете вводить до 1000 долларов в сутки. Итак, Selector Present Occupation – это ваша текущая профессия. Выбираете, кто вы, чем вы занимаетесь, область вашей деятельности. Дальше, ваше гражданство. Пишите ваше гражданство. Username – это ваше имя, ваш логин для входа в систему. Выбираете до 16 знаков, разумеется, только латинскими буквами, все оформление идет. Цифры, буквы можете вводить без специальных символов, без звездочек, без собачек, без пробелов, без подчеркиваний. Дальше выбираете пароль. В этом поле пароль подтверждаете еще раз. А вот дальше нужно будет два следующих поля ввести вторичный пароль. Для чего он нужен? Для большей безопасности, когда вы будете проводить финансовые операции, зачисление денег с ваших банковских карт, либо наоборот, вывод из системы напрямую на ваши собственные банковские карты, система затребует у вас вторичный пароль. Этот пароль, он, по-моему, даже не хранится в браузере. Вводите пароль. Опять же, латинские символы, буквы и цифры. Повторяете пароль. Email-адрес. Ваш ящик тоже реальный ящик, потому что этот ящик нужно будет потом подтвердить. Повторяете еще раз в это поле ввод ящика. Номер телефона тоже вводите. Мне, кстати, потребовался один раз номер телефона реальный. Дело в том, что я в путешествии заходил из Италии, и Solid Trust Pay определил, что я захожу в Италию. И он затребовал от меня вот подтверждение моей личности, каким образом. Мне была выслана на мой телефон SMS с кодом, и этот код мне нужно было ввести в поле идентификации. Когда система познала меня, да, что это я, что действительно мой номер телефона, и я владелец этого аккаунта, ввел код идентификации, ну мало ли, человек уехал в Италию и работает в себе в Италии. Вот. Это, опять же, говорит о надежности системы. Даже если кто-то попытается войти с IP-адресов других стран, но он, скорее всего, не сможет это сделать, поскольку номер телефона ваш реальный будет привязан именно к этому кошельку. Дальше выбираем страну регистрации. Прованс, штат, ну, у меня он стоит там, где я живу. Видимо, он определил меня, так понимаю, потому что я ничего не вводил пока сюда. Пишите вашу область или регион, где вы находитесь. Физически, ваш физический адрес, поскольку нужно будет выслать копию паспорта с пропиской, это все для вашей безопасности. Вводите реальные, только реальные данные. Дальше Уфа, город. ZIP – это ваш почтовый индекс. И еще один интересный момент. Третья степень защиты, или даже четвертая уже, после пароля, вторичного пароля, активация по SMS, и еще и стоит. Вы выбираете секретный вопрос, сами выбираете, какой. Кличка вашего домашнего животного, название любимой марки ваших чипсов или марки вашей электроники, или модели вашего телефона, все что угодно. И тут пишите ответ на этот вопрос. После того, как все поля будут заполнены, нажимаете Yes, я прочитал правила,
и согласен с условиями работы. Нажимаете Sign Up кнопочку, и вас дальше нас перебрасывает вот на такую страницу, где предлагается проверить почтовый ящик и кликнуть по ссылке активации, которая придет. Давайте проверим почтовый ящик. Вот такое пришло письмо. Кликаем по этой ссылке. И вот нас уже благодарят за то, что мы сделали. Вот наши логины и пароли. И вот мы попали в наш кабинет. Вот так он выглядит. Это список валют, с которыми можно здесь работать. Ну, в основном мы работаем, конечно, с долларами и с евро. Так, дальше небольшая экскурсия по кабинету. Прежде всего, что вам потребуется сделать, это привязать свои банковские карты. Как это делается? Вот в разделе «My Bank» и «Card» «View Credit and Debit Card» нажимаем сюда. Вот здесь есть в центре «Click here». Вот на это красное слово нажимаем. И у нас появляется меню, в котором мы добавляем банковские карты. В первое поле мы вводим имя и фамилию точно так, как у нас напечатано на карте. Достаньте свою карту, приготовьте и будете списывать с нее все параметры. Маленькие буквы, большие буквы, окончание, имени, фамилии. Дальше номер карты вводим. Дальше expire date. Это время, дата, когда заканчивается срок действия карты, вводим сюда и выбираем тип карты. Это MasterCard или Visa, либо карты Solid Trust Pay, если вы их заказывали. Дальше нажимаете submit. И вот тут я должен остановиться. Дело в том, что этот аккаунт я создал специально для того, чтобы показать своим партнерам, как можно открыть кошелек в платежной системе Solid Trust Pay, и никакие карты сюда привязывать я не буду. Есть небольшие трудности с привязкой карт, я расскажу просто об этом на словах. После того, когда вы нажмете, введете все данные, нажмете кнопочку Submit, у вас появится меню, где вам предложат провести валидацию карт. Как это делается? У вас с карты списывается сумма от 1 до 2 долларов. И когда эти деньги поступают в платежную систему, система понимает, что вы ввели все ваши карты, все данные вашей карты правильно, и эта карта привязывается. Но для того, чтобы увеличить лимиты ввода и вывода по карте, суточные лимиты, вам нужно будет провести валидацию карт. Здесь этот процесс довольно, скажем так, муторный. Да. Его нужно проделать будет один раз. Потом будете пользоваться в свое удовольствие. Как это происходит? У вас будет меню. Вы знаете, я решил все-таки войти в свой аккаунт и показать на своем аккаунте, как это все происходит. Потому что на пустом аккаунте, довольно трудно показывать. Вот вы видите мой кошелек в Solid Trust Pay. Вот здесь список моих операций. Сколько денег. Красным помечено то, что я выводил из системы. А зеленым помечено то, что у меня входило в систему разными способами. Либо я получал от партнеров, либо я заводил с банковских карт. Итак, вот этот пункт My Banks and Card. Выбираем View Credit and Debit Card, нажимаем сюда. И вот смотрите, вот загрузились мои карты, список моих карт. Вот эти вот карты мои верифицированы, видите, да? Yes, yes, yes. Вот это те карты, которые я привязал, это мои настоящие нормальные рабочие карты. Те карты, которые Verify Instantly, вот их нужно будет верифицировать, и процесс такой, смотрите, как это работает. Вот загружается такое окно после нажатия на эту кнопочку. И когда вы нажимаете кнопочку Verify My Card, у вас загружается плагин Adobe Flash-овский, такой маленький плагин, маленькое окошечко, который включает вашу веб-камеру. Вам нужно будет поднести вашу банковскую карту к веб-камере так, чтобы изображение карты поместилось в том окне, которое будет нарисовано. После этого программа считает вашу карту, сделает снимок и отправит этот снимок на анализ экспертам туда, в Solid Trust Pay. Они посмотрят, если карта у вас действительно нормальная, все в порядке, вы ввели верные данные, те данные, которые вы ввели, совпадают с данными, которые отображаются на вашей карте, то тогда у вас все будет принято и карта будет привязана. Вот загрузился такой плагин. Но дело в том, что не работает этот плагин или редко работает. В общем, непонятно, как он работает. У меня запустился он один раз из 20 или из 30. Поэтому, если у вас этот плагин не запустится, видите, он тоже запустился криво как-то. Проще будет вам отправить, если у вас нет, видите, написано вот здесь, no webcam, click here, кликайте сюда. И у вас загружается поле для того, чтобы вы могли отправить сканы своих документов.
Так, вы знаете, я думаю, так даже будет проще. Я не знаю людей, у которых запустилась веб-камера, чтобы можно было снять карту. Да, еще один минус. Раньше можно было работать, позапрошлом году мы работали с виртуальными картами, которые создавали в Kiwi кошельке. Так вот, сейчас виртуальные карты Solid Raspay вообще не принимает. Нужны только реальные физические карты, которые существуют. Все, дальше добавляется документ 1. Здесь у вас будет карта сама отсканированная, но они просят даже не скан карты, а лучше фотографию карты крупно, качественно, в цвете. Но учтите, что размер отправляемого файла, размер фото вашей карты не должен превышать 500 килобайт всего лишь. А здесь дальше вы присылаете вот сюда, выберите файл, вот сюда вы вкладываете отсканированную цветную копию банковского договора вашего с банком, держателем карты которого вы являетесь. Если у вас такого договора нет, придется пойти в банк, поройте в шкафах, наверняка где-то лежит. Если такого договора нет, сходите в банк, возьмите просто даже достаточно справку о том, что Иванов Иван Иванович имеет такую-то карту, хвостик, чтобы 4 последние цифры номера карты были в этой справке, и там адрес, мокрая печать банка. На русском языке можно, они принимают, все нормально проходит. Я отправлял, все проходит. И все, нажимаете Send Documents, у вас документы уходят, и примерно через 4-5 рабочих дней у вас в этом пункте меню появляется, вот сейчас видите, стоит у меня карта одна неверифицированная стоит, но у вас будет стоять точно так же вот Yes. В общем-то все. Еще раз хочу напомнить, обязательно цветная фотография лучше, карты крупно, четко, размер файла не более 500 килобайт, и описание файла должно иметь только латинские буквы, например, My Bank Card. Должно иметь не более 25 символов, включая пробелы. То же самое, то, что касается документов. Если это ваш договор, напишите, что это ваш договор латинскими буквами, но не более 25 символов. В общем-то, все проходит. У меня прошло все с пятого раза, поскольку я отправлял файлы слишком большие. Файлы весили несколько мегабайт, и система их не принимала. А потом выяснилось, что нужно, оказывается, не более 500 килобайт. Я все это сделал, все это прошло, карты привязали. В общем-то, все. То, что касается привязки карт. Дальше, по работе с системой. В общем-то, все достаточно просто, достаточно наглядно. Включите переводчик. Правая кнопка мышки здесь не работает, поэтому вам придется... Если вы что-то будете копировать, пользуется комбинация клавиш Ctrl-C, Ctrl-V, которую я часто объясняю. Вот, по работе аккаунта. 1.5% получения денег плюс $0.25, 0,25 доллара за одну транзакцию. То есть 1.5% плюс 0,25 за транзакцию. Вывод на карту. Вывод на карту, почему я сказал, что на самом деле очень низкие тарифы. Дело в том, что если у вас верификация аккаунта проведена и валидация карт проведена, то вы можете выводить в сутки до $1000 на одну карту. А комиссия при этом будет, теперь слушайте, всего лишь $5. Никаких процентов. Комиссия фиксирована $5 за любую операцию. Таким образом, если вы выводите $50, вы заплатите $5. Это будет 10% от суммы. Если вы выводите $1000, то вы заплатите всего лишь $5, это будет 0.5% от суммы. Таких тарифов низких нет нигде, ни в одной системе. Теперь давайте я коротко пробегусь по работе, по личному кабинету, по вашему. Деньги, my money. Депозит, внести деньги. Нажимаете сюда, выбираете валюту, что внести, доллары, continue. И дальше, как вы хотите ввести, банковским переводом, с карты, либо другими способами. Выбираем карту, скорее всего, мы будем вносить карты. Здесь пишем в поле в открывшемся валюту, сколько вы хотите, например, $100. Дальше выбираете кредитную карту. Дальше здесь вводите вторичный пароль, который у вас был при регистрации выводили. Помните, я вам об этом говорил? Нажимаем Continue. Комиссия при заведении наличных денег с вашей банковской карты составляет 5.5% плюс $1.5 за транзакцию. Вот смотрите, если я вношу $100, то мне показывает $7 будет комиссия и $93 у меня оказывается на счете. Заведение денег достаточно дорогое удовольствие в систему, а вот вывод денег просто сказочно. Дальше выбираете карту, с которой вы хотите завести деньги. Видите, мои привязанные карты, они здесь есть. И у вас будет то же самое, когда вы карту привяжете. С какой карты вы хотите завести? Просто указываете номер карты,
И дальше заполняете все поля, соглашаетесь, нажимаете Confirm Transaction. И все, ваши деньги заводятся в систему. Вот, кстати, насчет сроков. Сроки заведения хоть написано мгновенно, но на самом деле деньги поступают в систему примерно от 2 часов до суток происходит зачисление денег. Что еще? Деньги вывести, опять то же самое. My Money, только Withdraw from Account. Вывести деньги. Опять выбираете валюту, что вы хотите вывести. И как вы хотите получить. Банковским переводом. Либо, а вот выводить можно, обратите внимание, на визу карту. На визу, на MasterCard не выводят. Поэтому, если вы хотите деньги выводить, привязывайте Visa карту. Либо СТП можете prepaid карт заказать, Solid Trust Pay. Но если у вас есть собственные карты, зачем вам заказывать еще одну карту и платить ежемесячное обслуживание там, или годовое обслуживание по этой карте? Выводите, указываете свою карту, и все. И у вас операция будет висеть со статусом либо pending у вас будет, либо done, как вот здесь. Параметры операции вы можете посмотреть, нажав вот сюда. Если вы кому-то хотите отправить что-нибудь, данные о том, что вы провели деньги, нажимаете, и вот у вас появляется такое поле. Копируете, отправляете. Что еще? Существует также обмен денег. Можно обменять доллары на евро с комиссией, разумеется, либо евро на доллары можно обменять. Параметры безопасности. Можете поменять логин и пароли, почтовый ящик. Нет, логин нельзя. Почтовый ящик можете поменять. Можете поменять пароли, первичные, вторичные пароли. Вот, что еще? По аккаунтам. Есть вот такой пункт, называется Verified Upgrade Account. То есть проверить, либо повысить статус аккаунта. Вот смотрите, есть 3 типа аккаунта. Актив, Card Verified, и вот написано Your Current Level is ваш нынешний текущий уровень, стандартная верификация. Что мне позволяет? Он позволяет в сутки проводить по кабинету 9999 долларов. Если у вас аккаунт не верифицирован, то всего лишь 250 долларов в сутки. Дальше. Пополнять карту можно через банк на 10 тысяч долларов, а с кредитной карты на 500 долларов всего лишь, и с дебетовой карты Solid Trust Pay на 2000 долларов чеком, либо деньгами наличными. Нас это не касается. Видите, да, какие здесь цифры. Ну, кстати, насчет того, что можно пополнять на 500 долларов, довольно такая условная цифра. Вот смотрите, неверифицированный аккаунт всего лишь 150 долларов, а у меня уже вот на текущем моем статусе 500 долларов. На самом деле можно пополнять хоть каждые 5 минут по 500 долларов. Я заводил с одной карты в день до 2500 долларов в сутки. О, система ругается, выдает красными там цифрами, что у вас превышен лимит, а на самом деле деньги списываются, зачисляются без проблем. Так что насчет пополнения вы можете не переживать, можно пополнить и больше. А вот насчет выведения, я таких крупных сумм не выводил по 1000 долларов в сутки, просто не было необходимости пока. Вот и все, что касается. Если вы чем больше документов вы предоставите, соответственно, тем выше будет ваш статус. Моя текущая верификация отличается от максимально высокой банковской верификации тем, что если я отправлю банковский перевод в компанию, то у меня будет высшая степень доверия. Ну, я посмотрел по параметрам, мне это даже, честно говоря, не надо. Если вы достигнете вот третьего там, или даже второго, ну, третий ранг, третьего ранга, вот синего, вам это будет вполне достаточно комфортно для вашей работы. Если будут возникать какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться. А, да, реферальная система. У нас же еще реферальная система. Как я вам не сказал об этом? Вот в пункте Shop и Earn, покупки и заработки, вот есть такая Yurda Online пунктик. Вот смотрите, вот мои рефералы, те, кто есть. И вы знаете, с них вот, ну, откуда-то мне там 0.45 доллара, полдоллара откуда-то мне капнул с какого-то реферала. Вы даете реферальную ссылку, которая находится в этом же разделе, только чуть выше, Program Details. Вот она, ваша реферальная ссылочка. Вот, Your Affiliate Link. Даете просто ее партнерам, партнеры кликают по ней, регистрируются по вашей ссылке, и после проведения каких-то операций у вас остается небольшая копеечка. Как говорится, мелочь, а приятно. Пусть капает. Это же не напряжно, денег от вас не требует. Ну, наверное, все, что я мог рассказать. Если у вас возникнут трудности по работе с аккаунтом, либо еще какие-то вопросы, пишите мне в Skype, я постараюсь помочь всем, чем могу. Спасибо за внимание.
Это была достаточно сложная, я считаю, тема. Особенно, когда вы начнете проделывать все самостоятельно, у вас могут возникнуть, ну, те сложности, о которых, может быть, я еще не успел сказать или не вспомнил. Пишите, не стесняйтесь, я постараюсь помочь. С вами был Валерий Иванов. Хороших, легких, свободных вам денег, путешествий, новых открытий. Пишите, звоните. Всего хорошего. Пока.